Что ты делаешь? Соболь Бади решил, что держатель для телефона, который лежал на столе, на самом деле страшная и опасная змея. И он понял, что надо от него избавиться, потому что на столе Бади любит отдыхать. А вдруг эта змея его укусит? И вот вы видите, как аккуратно лапками Соболь пытается выпихнуть эту штуку. Периодически он смотрит на меня, как будто просит помощи. Но я очень хочу посмотреть, как же он справится с этой штукой. Видите, как аккуратно Бади пытается вытолкнуть эту штуку. Но тем не менее он пугается каждый раз, когда она начинает шевелиться. Однако, если Соболь что-то решил, он обязательно это сделает. И Бади не сдается. Вот он почти выпихнул штуковину со стола. Но и этого ему показалось недостаточно. Она все еще в опасной близости от того места, где Соболь отдыхает. Значит, надо выпихнуть ее подальше. То есть столкнуть на пол. Почти сделано. Остался совсем маленький кусочек этой штуки на стуле. Ну вот, выпихнул. Бади молодец. Ну все, ты же уже убрался. Вот, теперь можно тут отдохнуть. Все. Место очищено. Змеи больше нету. Можно расслабиться. Guys, I want to remind you that we created super cool t-shirts. And if you like them, just go for it. Follow the link to our Body Positive shop and get it. Simple as that.